Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодняшнее видео о начале роспуска одонтоглоссума моего. Вот эта стрелочка, которая была когда-то маленькой, потом я ее показывала чуть больше. Вот она у меня нарастила 10 бутончиков. И первые бутончики начинают свой роспуск. Вот показался белый язычок. И вот белый язычок. То есть роспуск будет как минимум 4 сразу бутончиков, то есть не по одному по порядку, а вот эти 4 сразу будут распускаться. Но при том, при всем, похоже, что больше она не дорастит. Эта орхидея больше не дорастит цветочков, потому что пока я вижу здесь... Ну, вот последний бутончик, почечки больше никакой нет. Вот. Вот так выглядит моя стрелочка. Стрелочка большая. Я ее не подвязывала. Стоит она у меня вот так вот боком. Вот здесь у меня лампа вот на окне. Лампа видна. Вот лампа. И... Растет она не в окно, не сюда, а именно к лампе. Конкретно к лампе цветонос растет. Подвязывать я его не подвязала. Не хочу. Нравится мне. Мне нравится свободный полет цветоносов. Как бы, ну и особо он, ну вот он уже начал твердеть. Вот прошлый цветонос вот остался. Вот он был такой тверденький. Вот. Ну, вот так обстоят дела с моим одонтоглоссумом. Всем спасибо за внимание. Встретимся в следующем видео. Всем пока-пока.